той столице был обычай. Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает, городничий выезжает. Он в злату трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отбирайте, покупайте, продавайте, чтобы не было содому ни довежа, ни погрому». Гости лавки отбирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда! Как у нас литары-бары, всякие разные товары, а валя, хари, куницы, выбирайте, молодицы!» «Есть ободья, хомуты, и сиделки, и кнуты!» «Вожжи сыромятные!» «Пряники печатные!» «Яблоки моченые!» «Пироги печеные!» «Эй, ребята, ребятишки, навалитесь на ковришки!»